Ибицу. Городской пляж. Сейчас посмотрим. Места для парковки мало. Это понедельник, машины уже ставить некуда. Находится он существенно дальше от города, чем пляж городской Кокос. Постройки, постройки, сдаются номера. Видели, даже дом сдается вообще без окон даже. Здесь куча беседок. Волейбольная площадка. Мы здесь первый раз, не знаем, платная или бесплатная. Видим горка. И вот сам пляж. В воде какие-то непонятные буйки, то ли какое-то разграничение. В общем, чтобы покупаться, нужно поднырнуть под буйками. Зашли за тот забор, и сразу подошел парень и сказал, что у них ход по браслетам. В общем, на этом бесплатный пляж закончился. В общем, от этого забора и до того забора, вот этот маленький кусочек бесплатного пляжа. Установить здесь зонтик — большая проблема. Люди либо подпирают сумками, либо постоянно за ними бегают, когда дунет ветерок. В общем, бесплатный отдых здесь выглядит примерно так. Одной рукой держишь зонтик, другой играешь в карты. Ценовая политика пляжа. Короче, мы дальше либо отдыхаем за деньги, либо возвращаемся на пляж Кокос. Решили вернуться. На Кокосе пока еще все хорошо. Приехали. Здесь и фонтанчик сегодня работает. И, кстати, зонтик ближе к воде нормально устанавливается. Возле беседок тоже твердо, тоже проблемно. Но ближе к воде все хорошо. Так что пляж Кокос. 10 из 10, так и есть моя оценка.